внутренний дворик, да? Внутренний дворик, замок Огородинец. Ку-ку. Так, я сейчас мемориальную доску сфоткаю. Это в складины она заходила. Неужели такая лестница была раньше? Ну, это, наверное, 16 век. 15? 16. О, так тут еще пыточная. Это, пытали, смотри. Пыточная. Это наказание, да? Ну, наказание. Ого, ничего себе колодец. О, колодец? Ну, туда кидали, наверное. Ну, это какая-то подвальная яма, очень глубокая, это все. Ну, литровище для воды серьезное было. Довольно серьезное, да. Сейчас строим фортификацию, потому что вы видите. Это уже для людей сделали проход.
А ну, посмотри. С этой стороны дерево. А теперь стены не стали больше поднимать. Больше разрушили. Да, это свет мой зеркальце, скажи. И всю правду расскажи. Кто на свете всех милее. Нашего зала. И сколько было билетки? Динчик шоу. Башня. Я вижу. Да. А может повыше? Немножко выше там. Да, отсюда надо выйти. Я спускаюсь, да? Ты виды заснимешь? Я так.
намного. Ты с торбой? А я там оставил. Где? Ну, закрыто. Заказ. Думаешь? Ну, куда только пролезть. Ну, то пролазь. А что ты? Посмотреть. Ну, закрыто двери, чтобы... А, кто надо? А, туда кидать надо. А, на... так не посмотреть, кто-то в смысле. Я думала, может, заглянуть можно. Заказ пшеницы. А мы там не про... А, стой, я тут это... Это хер с ним. Не, ну можно заплатить картой. Ну, еще как. А, это ты сейчас так. На небе ничего не увидишь. А, это Вежа в Казанцево, это тип, это... Да и там можно выйти, и там можно выйти. И там выход тоже есть, да? Несколько выходов. И там выход тоже чинит. Я не знаю куда. Пошли как все туда, вон, видишь. Не, ну вон деревянные, мы же там по деревянным. Не, ну. Проховня. А что проховня? Это что? Это мы сюда еще зайдем. Зайдем сюда, да, еще? Ну, мы не туда пошли. Там же надо вниз, получается. Пушку мы не видели. О, с меня с пушкой сфотографируй. А? С пушкой меня сфотографируй. Это... Заряжу ведро. Смотри, лепнина была. Тут замок красивый был. О. Все из камня. Заряжай. О, на пушку не садится. Ой, такой большой против нее, да? А, сколько той пушки, говорю, да? Заряжай! 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 Ты ходишь? Тебе святой? Ну, а я как бы боялся. Давай. Боюшка.
Я бабаюшка. Везите меня. Ну да еще, да. Еще. Ну, не зря потратили деньги. Ну, сейчас вот их забрали, да. Интересно, то естественная скала? Да, да, это ж я же говорю, это как Мачеха Геркулеса, это такие скалы. У них тут этот... Как это оно соединено? Или это вода такая, уже сделала ее? Это такая... Ты на паузе? Да. Угу. Тут у них... Сколько времени? Буду 4. 15:30. О, полчаса у нас. До 4 они. Не, ну мы за сегодня все посмотрим, то уже то и. А что мы еще по такой будем смотреть? А я не знаю, что тут смотреть больше. Домой поедем. Ну, можем, вот можем здесь еще походить. Ну мы же переночевать, мы же заплатили за ночевку. Ну да. Ну что там? Что, ну еще можем где-то, а куда? По лесу погулять. По лесу погуляем, а что, такая природа, как классно. Да. А это мы уже не пойдем на деревянные? Пойдем. Дамы в платьях тут вряд ли. Дамы в платьях, я не знаю, как тут ходили. Тут мужики только бегали. Дамам тут вряд ли что-то. Да. А вот это больница, вот это больница. Ну это да, больница, это защитно. Больниц куча, во всех лесах. Ну ничего, блядь. Конечно, тут надо мертвого набрасывать на себя. Везде. Тогда должно быть теплее. Чу-чу-чу-чу-чу. А, тут с лука, видишь, стреляют, тренируются. Господарчи. А, тут это продавали, торговали, получается. Да, тут тип, тут было, тут типа. Не. Не, ну я не знаю, сколько тут жило людей. Там много. Целый микрорайончик. Лежал? Лежали. Ну тут как бы рынок был, получается. А, ну да, это видно. А вокруг же тоже люди жили? Ну вокруг, да. Этот, а, тут же жили эти. Не устал? Дай я вперед. Или ладно, иди я. Достраивали или нет, это что-то. А тут маленькие бойницы. Странно, как же с них стреляли? Ну, с лука стреляли, арбалета. А как это попасть было? Что? А как было попасть? Ну нормально как. Как нацелишься? Как нацелишься? Главное, что в тебя тяжело попасть.
Собрались там уже достройка. Это мы забрались на скалу, а дальше уже замковая настройка. Ну да. Да я знаю, это мы зайдем там, где мы вот... Не, ну это мы прямо уже на надстройке. Скала, вот на скале можно. А это уже выше надстройка была. И еще жили люди, это разрушено уже. Ой, а там какая красота. Посмотри. Мы туда до флага подниматься не будем. Мы же были выше. Наша вежа выше была. Не. Вот это самое, это вежа, что мы вон там мы были, видишь? Ну. Пошли, пошли. Этих смертников, казанцев, смертников вежа вот это. Вот это. Казанцу. Там, где мы вот заходили. Иди, иди. Идем, идем. Мы там были, но неправильно. Нет, не заблудимся. А вот это настоящие ступеньки. Сколько их, да? Тройки такие. Смотри, какое место. Ну, можем подняться туда на флаг. Не, не хочу. Не хочешь? А это? Я их фотографировал. А теперь мы спускаемся так и... Да. Пруховня, пруховня. Это порох хранили? Ну да. Я его случайно нашел. Случайно? Да. А я думала, ты нашел вот там, где мы не были. Как она называется? Ойцовский. Ойцовский ты... Грандиозно, грандиозно. Интересно, сколько ж ты его достраивали? Покажили, сколько... А, эти ступеньки? Ступеньки. Смотри, как они их делали. Турист. Русу-турист. Облико морали.